Всем привет! Хочу вам предложить сделать очень простой, при этом полезный салат. Вот такой у меня микс листьев. Будем использовать один огурец, вот такие томаты черри пера, это значит помидоры черри груша, они такие продолговатые. Вы используете любые помидоры, которые у вас есть. На данный момент у меня вот такие маленькие помидорки. Что нам еще необходимо? У меня оливковое масло я буду использовать. Такой у меня виноградовина. Это такой виноградный уксус. Вы можете использовать обычный уксус, только учтите, у меня 6%, обычный уксус 9%. Значит, его нужно будет добавить немножко меньше. Ну вот и, собственно, и все. Посуда, немножко соль и сахар нужно будет добавить. Что мы делаем первое? Первое. Я буду делать из расчета салат на троих человек. Одна столовая ложка у меня будет, нет, давайте все-таки 2 столовые ложки оливкового масла. Одна столовая ложка у меня будет винагры бланко, это белый винный уксус. У вас, значит, половинка, не забывайте о том, что обычный уксус немного концентрированный. Так, немножко соли, как вам нравится. И обязательно немножко сахара, чтобы придать сладости. Все-таки зимой салат у меня не настолько овощи все имеет сладость. И что нам главное? Нам хорошо нужно перемешать наше масло, уксус и сахар с солью. Для чего? Для того, чтобы они растворились, и когда мы будем кушать наш салат, чтобы мы не чувствовали ни сахара, ни соли, а лишь приятную заправку. Смотрите, какая красота у нас с вами получилась. Помидоры я порезала пополам, и огурец пополам, и еще раз вот такими тонкими. Теперь я выкладываю нашу салатную заправку. Все наши помидоры. Помидоры у меня где-то грамм 150, огурец тоже где-то 1 грамм 150. Ну и откроем салат, здесь 175 грамм, я выложу где-то половину салата. Ну что ж, теперь необходимо перемешать это все аккуратно. Я всегда одеваю перчатку, когда делаю такой салат, чтобы листья, которые будут у нас стараться выйти из нашей салатницы, конечно, возьмите побольше салатницу. Не торопитесь сразу все усиленно перемешивать, потому что листья нужно аккуратно, чтобы когда вы ели ваш салатик, они были хрустящими. Сейчас вот так вот он немножко постоит. Наши овощи немножко начнут давать сок, и они будут более податливые для перемешивания. И аккуратненько вот так будем вымешивать, чтобы наши салатные листья опустились. И тоже начали убирать себе вкус нашей заправки. Конечно, такой салат нужно заправлять непосредственно перед подачей. Где-то минут, ну, за 10 максимум, потому что потом он становится невкусным. Его нужно сразу заправлять, перемешивать и подавать. И вот как раз минутки 2-3, видите, как уже хорошо по истечению времени уже более податливые становятся наши листики и овощи. Мы хорошо перемешиваем внизу. Все получится. Смотрите, как красиво у нас все получается. Это очень вкусно, самое главное. Если у вас орегано есть, обязательно добавьте. Это, ну, как мне кажется, очень хороший, придает такой вкус. Вот эта специя очень мне нравится именно конкретно для такого салата. Очень хорошо сочетается. Ну все, собственно, наш салат готов. Пусть он постоит уже перед подачей. Когда вы подадите на стол, возьмете снизу вилку, ложку или специальное приспособление, что у вас есть для салата. И когда будете уже подавать, хорошо перемешаете, и уже у вас будет больше соуса, больше вкусности. Смотрите, какой красивый салат. Как можно такое не захотеть есть? Тем более, что здесь одни витамины, такая красота. И делается это очень легко и просто.
Всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита. Пока-пока.